там водна крига. Здравствуйте. В 11 часов произошло возгорание в гостиничном номере номер 304 на третьем этаже. Создалась угроза распространения пожара на вышележащий этаж и соседние номера. Требуется спасение, эвакуация людей. Спасибо. Виталия Марковна, возгорание произошло на 304 номере на третьем этаже. Отключить надо электропитание на третьем этаже. 304 номер сгорания, щит и лифт отключить. Какой? Оповести, пожалуйста, горничную, что произошло сгорание на 304 номере, чтобы помогали эвакуировать людей. Да, спасибо большое. Володя, окно. Обнаружено возгорание. Просим соблюдать спокойствие и без паники покинуть здание по лестнице через центральный вход. Пошли. А мы тут будем? Мы же грустные должны быть. Грустные сразу же смеются. Принимаются меры по ликвидации очага пожара, добровольной пожарной дружины. Есть вероятность того, что все у нас эвакуированы? Возможно нахождение людей на четвертом этаже. Меры предпринимаем? Меры предпринимаем. В 11 часов управления Минска «Автогаз» в 304 номере произошло возгорание. Принята мера. Обещан добровольная пожарная дружина МЧС, руководство гостиницы. Возможно распространение огня на другие этажи и другие помещения. Отключен лифт, отключена электроэнергия. Эвакуация людей проводится. Возможно нахождение людей на четвертом этаже. Нас встречает администрация объекта. По данным мы вас провели, но возможно нахождение людей. До все, давайте. Мы там линию, все туда. Беги с ними. Колечко 13, колечко 13. Слышно, отбежите, пока он не едет. Где поставлен? Молния лежит 13. Мы приехали. Обнаружили очаг пожара на третьем этаже. Комната номер 304. Происходит горение по всей площади, подаем слово тушения. Как поняли? Понял вас. Проводите разведку на наличие людей.
представьтесь, пожалуйста, кем вы здесь, на этом объекте? Директор гостиницы Виталия Марковна. Виталия Марковна, очень приятно. Вы в курсе, что мы проводим учения по подготовке чемпионата мира по хоккею. Значит, ваша гостиница задействована для, заселения болельщиков, пребывающих в стране. Значит, на основании этого к вам такие элементарные вопросы, которые вы послали долгую смотрительную службу, должны знать, и проводить здесь на объезд. Подскажите, пожалуйста, какой номер телефона МЧС, если вот что-то у вас происходит на месте? При чрезвычайных ситуациях мы звоним 101. 101? Ну, уже приятно, уже что-то есть. Так, подскажите, какие у вас средства тушения на объекте находятся здесь, непосредственно на вашем гостинице? В нашей гостинице находятся средства тушения, это пожарные экраны и огнетушитель. Так, огнетушитель. Порядок проверки пожарных кранов, если они у вас есть, и огнетушители, и какие огнетушители у вас находятся? Значит, у нас огнетушители порошковые и углекислотные. Пожарные краны, порядок проверки их 2 раза в год. А огнетушители мы проверяем раз в 5 лет, либо после использования. Ладно, ответ достойный. А порядок проверки, кто у вас проводит испытания пожарных рукавов? Пожарные рукава мы испытываем своими силами. У вас есть оборудование для испытания пожарных рукавов, я понимаю, и все документы вы оформляете здесь, с нами. Так, у вас, значит, есть ДПД, коли мы уже коснулись, тогда подскажите порядок создания ДПД на объекте. На нашем объекте 16 человек работают, поэтому у нас создано ДПД. ДПД создается из расчета 5 человек на 100 работников. Если на предприятии менее чем 100 работников, то ДПД должно быть не менее 10 человек из работающих. Если менее 15 человек, то обязанности распределяются между работниками. Так, хорошо. Подскажите тогда, какой штат у вас здесь работает? Гостиница непосредственно 16 человек. Ваших, почему 16 человек? Значит, у вас создано ДПД, да? А как вы вот проводите занятия с ними, тренируете периодически? Занятия у нас проводятся пожарно-технический минимум, начинается с января месяца, и у ДПД экзамен в виде зачета в июле месяце. То есть на протяжении полугода у нас проводится свой занятие. Хорошо, еще один тогда вопрос. На этих занятиях вы отрабатываете, какие вопросы вы рассматриваете? Значит, там у нас идут как теоретические вопросы, так и практические. Мы рассматриваем порядок создания ДПД, порядок действий при чрезвычайных ситуациях, отрабатываем конкретные мероприятия, допустим, пожар у нас на определенном этаже, и мы отрабатываем наши действия. Так, и сейчас вы можете, я так понимаю, что конкретно у вас есть здесь ДПД, да. И мы сможем продемонстрировать работу, вашу подготовку, да, ваших специалистов. Конечно, правильно? Правильно. Ну, спасибо. Открываем пчелу, которая использована в пчелке. Поправляем раструб. Это давай. Ниже подходит.